Открыли юбилейный 235-й сезон, но это было не просто представление. Творческий вечер народного артиста России Алексея Дурова. В октябре прошлого года Алексей Данилович отметил 80-летие, но из-за пандемийных ограничений встретить свой юбилей на сцене артист не смог. А уже в этом году исполняется ровно 55 лет с момента, когда Алексей Дуров впервые вышел на большую сцену. Вы наш герой, Алексей Данилович. Ваше лицо – лицо героя нашей прекрасной малой родины и большой страны. Вы народный артист страны, вы любимец публики. За вашими плечами более 50 лет служения театру, служения сцене. На счету Дурова сотни разных ролей. Народный артист признается, за всю театральную карьеру любимой роли нет. Каждой постановке готовится ответственно, пропуская историю персонажа через себя. А вот отличительная черта Алексея Даниловича – запал, который не перегорает. Даже сегодня, даже в 80.